Люди часто видят необычное в небе, а самое интересное, что они видят, но потом после этого им никто и даже не доверяет. Исходя из всех ситуаций, мы с вами можем разбирать только необычное, но это необычное станет обычным. Почему в основном мы видим только картину ту, которую нам предподносят? Но здесь есть одно но. Нам заставляет внушать то, что мы хотим видеть. Я имею в виду, что НЛО не такое и простое, и необычное явление, которое давно на Земле находится. Меня зовут Тайна НЛО, дорогие зрители. Я вам предлагаю досмотреть этот сюжет до конца, оставить комментарий, поделиться с роликом, с друзьями, с близкими. И самое главное, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить этот сюжет. В Японии, недалеко от одного города, случилось необычное. Группа полицейских зашли в лес смерти. Это находится недалеко от одного города в Японии. Но лес смерти называется суицидником, где люди умирают самовольно. Полицейские шокированы были видеть, как это существо объедало труп уже одной девушки. Посмотрите внимательно, дорогие друзья, на это существо, которое ползает по земле. Полицейские не стреляли, а просто снимали, потому что это утверждает, что это НЛО-пришелец. Но посмотрите на его верхушку, утверждает, что он похож на паука. Но утверждает другое вообще слово, что это древнее существо, которое обитает в океане. Правда или неправда, остается загадкой, дорогие друзья. Посмотрите сами, и вы будете шокированы знать, что это существо живет в Японии. Такое точно не ожидал, а именно увидеть это необычное существо, которое поедало мертвую девушку. Фейк или нет, решайте сами. Но есть еще один сюжет, который был снят недалеко от Киргизии. В плане того, что необычное НЛО просто-напросто начал уходить в небо. Посмотрите внимательно, ролик реальный. Очевидец, который мне прислал, вообще утверждает, что это, дорогие друзья, только первый сюжет, который НЛО может показать себя во всей красе. Не впервые на моем канале мы видим множество странных существ, да и НЛО. Этот НЛО был замечен очевидцем, который НЛО просто стоял в поле, после этого он начал взлетать вверх и ушел в небо. Правильно все говорят, что НЛО и небо, они взаимосвязаны. Мы не увидим, что внутри неба. Да и звуки мы слышим очень редко, потому что мы всегда сидим в наушниках или идем в наушниках, или музыку слышим. Но такую картину, дорогие друзья, очень интересно увидеть. Если вам понравится, если какие-то вопросы есть, оставляйте под этим сюжетом. А мы идем к последнему странному сюжету. Этот НЛО был замечен туристами в Норвегии. Посмотрите внимательно, вокруг него и по центру яркий свет зеленого цвета. Утверждают, что это защитная оболочка. В общем, такие необычные НЛО корабли вообще часто встречаются в Норвегии. Особенно их называют зеленый НЛО. Почему зеленый НЛО, вы видите сами. Недалеко от одной деревушки, которой был замечен этот НЛО, есть отверстие в скалах, которые он часто наблюдает за этой картиной. Он видит, как туда залетают зеленые шары. Но что на самом деле там, он утверждает, когда пошел он
посмотреть, то он увидел необычное явление, что рядом с скалой есть надпись. Этот язык не русский, как утверждали сперва очевидцы. Этот вообще какой-то необыкновенный язык, который вообще на Земле такого нет. Но почему они хотели взять именно русский, я понять не мог. Но этот старик после момента, когда показал очевидцам, почему-то через несколько дней умер. Правда это или нет, я не знаю, дорогие друзья. Но может это и фейк, а может это реально. Смотрите и сами удивляйтесь. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а с вами был Тайна НЛО. До новых встреч!